На Сахалине пьяный мужчина взял полицейского в заложники, когда тот остановил его на дороге за рулем автомобиля. В невменяемом состоянии мужчина ехал в соседнее село, а на пассажирском сидении у него сидел 9-месячный сын. Случилось это ночью 31 июля. Сотрудник ДПС увидел подозрительное авто, решил проверить документы водителя, но одного только запаха, который шел из машины, хватило, чтобы понять, что мужчина сильно пьян. Отпускать его в таком состоянии было нельзя. Тем более, что в салоне находился маленький мальчик. Ребенку, как позже выяснилось, всего 9 месяцев. Куда нужно ночью так спешить, и почему он в невменяемом состоянии сел за руль, мужчина пояснить не смог. Совсем наоборот. Когда начали составлять протокол, он вдруг вытащил гранату. «Я сейчас всех прямо здесь подорву», – заявил он сотруднику полиции. А дальше Роман сказал сотруднику ДПС сесть за руль и отвезти его вместе с сыном в село Советское. Тому ничего не оставалось, кроме как подчиниться, но он успел сообщить о происходящем коллегам. В итоге, когда машина прибыла в пункт назначения, оперативники скрутили сахалинца. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Оказалось, что это будет не первая судимость у Романа. Ранее он получил условное наказание за кражу. Его маленького сына полицейские передали врачам. Мальчик доставлен в больницу, где его мать будет выясняться. Граната оказалась муляжом.